Беларусь и Вьетнам активизируют сотрудничество в сфере сельского хозяйства и животноводства. Соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и азиатским государством поспособствовало развитию торгово-экономических отношений между нашими странами. Снятие барьеров позволило наладить экспорт молочной продукции. Сейчас ведется работа по сертификации мяса. В госпрограмме поддержки малого и среднего бизнеса увеличено финансирование. Постановлением правительства решено дополнительно выделить 3 миллиона рублей. Общая сумма теперь 31 миллиард 406 миллионов. Это будет способствовать появлению новых рабочих мест, внедрению инноваций, поступлению налогов в бюджет государства. За сутки в области на пожарах погибли 5 человек. В субботу в частном доме в Краснополье обнаружены тела 2 пенсионеров. В воскресенье ночью ЧП произошло в Могилеве. Стихия унесла жизни еще одной пожилой пары. Утром в Чаусском районе сгорел 55-летний мужчина. Предварительной причиной трагедии стало неосторожное обращение с огнем при курении. В Бобруйске продолжается мониторинг цен в торговых объектах. В составе рабочих групп общественные объединения и профсоюзы. На контроле все позиции продовольственных и непродовольственных групп товаров. О завышении стоимости граждане могут сообщить по телефону горячей линии 68-00-43. Представители Бобруйской школы бокса завоевали 4 золотые и 1 бронзовую медали на Олимпийских днях молодежи Беларуси. 2 награды добыты в женской сетке турнира. Отличились Мария Цмык и Мария Пилипенко. К слову, последняя признана лучшей спортсменкой соревнований.